Всем привет, мои дорогие! У меня сегодня распаковка, и это beauty box такой от Золотого Яблока. Я его успела заказать. Тираж был небольшой, всего там что-то 2000, по-моему, экземпляров. Вот. Мне в приложении как только моргнуло, что есть вот такое вот чудо, я сразу заказала. Стоимость 1190. Сразу оговорюсь. И давайте смотреть, что у нас тут. Вот Gold Apple Box for You. Я так понимаю, это к 8 марта. Был такой боксик. Очень классная коробочка. Немножко пошуршим. Я только с работы. Время ночь, а я тут шуршу. Так, сейчас я вот эту пленку сниму. Ну вот он, красотулькин. Ой, ой, сейчас, подождите. Сейчас я тут все освобожу пространство. Ну, открываем. Вот такая классная шкатулочка. Мне очень нравится. Весенние тут цветочки какие-то. Ой, та-дам, та-дам. Моя прелесть. Так, давайте, погнали. Хаск. Маска Macadamia Oil. Это очень классная маска. Я точно знаю, она увлажняющая, с маслом макадамии, без сульфатов, парабенов. То есть тут натуральный абсолютно состав. И так, дата изготовления декабрь 2020. 60 месяцев срок годности. Она стоит прям, ну, так не бюджетно. И мне нравится в этом продукте то, что Color Safe формула. То есть формула, которая сохраняет цвет. Вот. Буду пробовать с удовольствием. Так, дальше. Давайте я вот так вот буду делать. Дальше. Про мейкап. Это у нас, по-моему, да, это фиксатор макияжа. Спрей. Такой мини-формат. Очень интересно, у нас тут что пишут? Steam Finish. Ой, Steam Fix. Все уже не вижу. Спрей для фиксации макияжа. И это у нас 24-й год. Изготовитель, между прочим, Россия. Вот такая штука. Ого, мне что, тушь Клиник даже тут попалась. Между прочим, очень классная тушь, я ее люблю. Это High Impact Mascara и обычная, по-моему, удлиняющая она. Универсальная тушь. Так, вот она, для ресниц. У меня она частенько попадалась в каких-то наборчиках Клиник. Очень круто, отлично, зачет. Так. Дальше. Это у нас Eau de Parfum. Класс. Это Космогония. Парфюмерная вода. Священная земля. И тут у нас прям расписано вот так вот. Все интересно. Цветочный древесно-зеленый аромат. Верхние ноты. Чайный аккорд. Плющ. Или плющ. Плющ. Розовый перец. Ноты сердца. Плоды инжира. Водяной жасмин. Гиацинт. В шлейфе ветивер, кедр, бобы тонка. И у нас это Brocard Group. Ну, посмотрим, что тут за миничка такая. Сколько здесь? 2,5 мл. А, ну просто. Я думала, какая-нибудь красивая штучка. Так, давайте попробую сразу аромат. Интересно же. Так, сделаю. Ну... Вари. Ой, очень приятно, очень свеженько, хорошо. Так, я рада. Веледа у нас вот такой 24 часа увлажнения крем. Ну, я думаю, отлично тоже будет с кактусом он. 7 миллилитров. Если с кактусом, значит легкий. Веледа у нас, кстати, тоже уходит вроде как из России. Вот. Печалька. Попробуем Веледу. С
Сколько парфюма вообще. Артезиан парфюмер. Для Артезиан. Какая-то. Мемори де розы. Розес. Я такого не слышала, не знаю. Для меня что-то новенькое. Ой. Очень приятный аромат. Но он прям такой розовый. Какой-то с чем-то. Ой. Такой приятненький. Это что-то прям необычное. Так. Дальше тоже по парфюму. Живанши у нас. У нас вот такой. Тоже новичок. Я думаю, да, это новый аромат, который Живанши. Дайте-ка я его на себя. Ой, какая прелесть. Сладкий. Ой, вкуснючий какой, господи. Очень вкусный. Так, я сейчас все на себя буду делать уже, наверное. Это Нарцисса Родригес. Мускус Нуар Роз. Так, мускусная черная роза. Темная. Ой, какой мисечка. Так, так выглядит. И у нас тут что, давайте-ка. Ой, приятно тоже. О, какие все приятные ароматы. Вот это, о, это что-то такое. Я это точно где-то ощущала когда-то в своей жизни. Очень давно, наверное. Ой, как это приятно. Ой, вот это классно. Я не знаю, это новинка или нет. Знатоки нарциссов, напишите мне. Так, дальше. Вот такая вот штучка от Revlon. Это у нас что-то для волос, скорее всего, да? All-in-One Hair Treatment, да. Это для волос. Какое-то все в одном. Здесь, скорее всего, и какое-то, наверное... Что это? Ой, 10 Real Benefits. Ни слова по-русски. Ничего. А вот одно решение для ухода за волосами. Ну, то есть, это пшикалка, которая, наверное, там для разглаживания, для какого-нибудь легкого расчесывания, еще для чего-то. Так, дальше. Вот такая вот Avène Eclat... Ну, что это? Серум. Это серум Eclat Premier Sides. Какой-то сыворотка что-то, да? Я не помню, просто я читала состав, но я его, ну, даже не запомнила. Я просто быстро-быстро заказала. Я поняла, что выгодно, надо брать. Вот. Вот такая 5-миллилитровая миниатюрочка. Avène тоже, я говорила уже, что я очень, мне нравится. Так, дальше у нас, о, Clarins. Прикольненько. Что у нас от Clarins? По-моему, румяна, да? Что-то мне слишком много румян попадается в последнее время во всех моих таких вот распаковочках. Ой, какая-то прям мимишечка, посмотрите, какая. Ой, какая хорошка. Класс. Так мне нравится. Ой. Сейчас я по-любому себе опять ногти поломаю. Так, давайте. Мне же написали, что с инструментом надо делать. Ой, какие классные. Вы посмотрите на них. Супер. Не буду ни свочить, ничего. Класс. Я довольна, как слон просто. С учетом того, что я вообще не покупаю декоративку, мне прям супер нравится. Так, дальше. Skin Helpers. Это у нас сос-концентрат для чувствительной кожи. 15 мл. Тут что-то такое. Так, способствует уменьшению воспаления на коже, снижению покраснений, шелушению зубов благодаря содержанию... Калина, бисабола. Идеально подходит для чувствительной кожи, склонна к нежелательным реакциям. Класс. Это всегда нужно. Skin Helpers у меня сейчас, по-моему, не помню, что-то у меня есть тоже от них. Я попробовала, мне понравилось. Не буду врать, какой-то или серум, или что-то. Так, смотрите, как много всего. За 1000, блин, 1190, реально. Обалдеть. О, Art Visage Space Glow. Это что-то. Жидкий хайлайтер. Угу. Супер-пупер. Давайте пробовать. Это я люблю. Хайлайтеры. Это вот я с работы пришла. Ой, какой сверкалка. Класс. Супер. Так. Тут прям хороший объемчик. Это, наверное, даже
полноразмер, я так думаю. Так, еще я вижу полноразмерную пасту зубную с розовой гималайской солью. Вот не поверите, недавно прям смотрела у себя в магазине, то что у нас другая чуть-чуть там паста есть тоже с розовой солью. Я думаю, как хочется попробовать, как интересно. И тут у нас прям, ну, полный размер, да, полный объем. Здесь 100 грамм. И хороший тоже срок годности 2024 года. Так, что еще? Что еще? Давайте вот эту красотулю посмотрим. Вот это я тоже очень хотела попробовать. Ламеллярный уход от Эльсеф. Это по типу, я так думаю, то, что у меня было, господи, как это называлось? В общем, жидкость от Urban Tribe. То, что вы наносите на волосы после мытья на всю длину, и у вас получается запечатываются как бы кончики. То есть тут видите моментальное преображение, в 10 раз мягче, в 5 раз больше блеска, без утяжелений, без силиконов для длинных поврежденных волос. Буду пробовать, конечно же, вам расскажу. Это как бы новиночка такая, очень интересно. Так, от Vivien Sabo тени. Не буду открывать, пусть лежат. Мне они не нужны, я, скорее всего, кому-нибудь подарю. Тут 117 оттенок, темный. Так, это что-то от чего-то отвалилось. А вот от чего я нашла. Крымская роза, эксквилянт кремовый. Он запечатанный, поэтому не страшно. От крымской розы я еще ничего не пробовала. Тоже будет интересно попробовать, конечно же. И это эксфолиант для лица на основе гидролата розы. Так, и последнее, что у нас тут осталось, это Ого Irresistible Givenchy. И что же тут? И что же тут? Образец не для продажи. Ой, господи, там туалетная водичка, по-моему, да, тоже. Сейчас глянем. Я так неудобно сижу, просто в позизю. Так, да, две туалетные водички. Вот. Супер, просто супер. Я так рада, что у меня столько всего новенького, потому что я на диете как на декоративной косметике, так и на парфюмерной. Ну, и сейчас такие времена, что вообще, да, покупать какие-то себе вещи стало очень-очень-очень дорого. И поэтому вот эти такие подарочки очень классно, очень здорово, поднимают настроение. И мне прям понравился состав, очень крутой, я считаю, прям зачетно. Как вы думаете, за 1199, ну 1200, такой состав, это как, если посчитать даже, да, по штучно, как бы, я считаю, очень, потому что все подорожало, да, тот же Эльсеф у нас, по-моему, рублей 800 или 700, не буду врать, стоит. Паста зубная, ну то есть все прибавить, вот эта маска, она тоже дорогая. Очень здорово, мне понравилось, класс, зачет золотому яблоку и вообще все их, то, что у меня было от них, вот такие вот какие-то запуски интересные, мне очень нравились. Ну, кроме вот теней, у меня тени мимо, получается, ну, а все остальное прям вообще супер. Все, спасибо за внимание, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на меня, также подписывайтесь в сообщество ВКонтакте. Будет где-нибудь ссылочка, потому что неизвестно, что будет завтра. Я выложу видео уже и туда, и на YouTube, поэтому смотрим меня везде теперь. Пока-пока.